Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение, с вами Рэй, и мы продолжаем играть в Dino Bash 2 «Путешествие во времени». 29.4. Друзья, попробуем с вами пройти. Так, подожди, я не понял, а колючка... Не врубился, а колючка что, у нас хочет прокачаться разве? Точно. Ага, мне не хватает. Ладно, поехали, ребята. Тут, блин, тут опять же команда какая-то не особо, блин, мощная, скажем так, даже. Да идите вы в баню, блин. Вот. Так, Рэмбо, выходи. Так. Начинает отвешивать. Рэмбо, ты будешь сегодня выбегать? Ты же мне тут нужен. Ой-ой-ой. Ты издеваешься сейчас, да? Ты вот... Да, ребят, ну это вообще, это уже трэш. Блин, мне не... Ты посмотри. Да иди ты в пень. Да что ты, ой-ой-ой-ой-ой. Вот ой-ой-ой. Это там рыцарь, что ли? А, точно, ребят, там... Там этот с копьем придурочный пришел. Там придурочный с копьем пришел, ну... Благо мы его разбомбили. Так, мне нужно позвать вот этого парня. Во-первых, ребята, он будет подбивать и летающие, блин. Ты вообще нужен будет. Да, он не такой мощный. Не спорю. Но он нужен. Сейчас мы еще посмотрим. Так, ну эту хибару мы... сожгем. Пипец, короче. Они вдвоем хоть? Ой-ой-ой-ой-ой. Есть. Подбили мы этого тухлого... О! Ну вот, ребятушки. Вот, ребятушки, как говорится, не было, блин, печали. Блин, мы только броню с ним сняли. Да... Вообще не в такт. Ага, хорошо. Пока годится, ребят, пока годится. Thank you.
Ты опять за свое, а? Так, давай, 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 давай. Три звезды, ребята, три звезды. Есть. Все. Все, ребята. У нас получилось. Благо тут времени нормально дали нам, поэтому все вышло. Фух. Так, хорош. Дальше у нас идет. Ага. Нормально. Это нормально, друзья мои. Ну что же, тогда мы попытаемся взять следующий этап. А, вот он. Вот он тот. Уж больно мне хочется посмотреть, что же это за динозавр такой, друзья мои. Но здесь будут много, видимо, летающих. Раздают нам. Так, хорош, этого подбили сразу. Блин. Когда я слышу вот этот звук тревоги, блин. Все, мне сразу же, ребят, плохо становится. Потому что я знаю, что сейчас понабегут здесь. Понаехали, блин. Ну, 100% кентр понадобится. Я его вызову, ребят, заранее. Да ядрен ты, Матрёна, а? Допустим. Там пробили, да? Здесь тоже все хорошо. Ну что, нам понадобится, наверное, мамонт. Друзья. Ну вот, 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 вот. Да вот это не дает фигня, ребят, ну. Где кентр-то, блин? Пипец. Я не пойму, где кентр, блин? Кентр там должен, блин, влупить уже так, что... Вот его уши должны были завернуться. Что, они мамонта запинали уже, что ли? Да, не запинали, ребята, мамонта. Окей. Говнари. Просто запинали мамонта мне. Вот тырки несчастные. Да куда ты? О. Да
Да нафиг мне твой ниндзя, блин. Меня шлепнули, друзья. Там хил. Там был хил, друзья мои. И он издалека бомбил. Ну, лечил, я имею в виду. Где он? Вот он, гаденыш. Родные мои, ну. А-а-а! Нет! Нет, 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 не надо звезду отнимать! Не успел. Я не успел, друзья мои. Что же это за динозавр такой, а? Я даже не понял, что он... Что он сделал? Даже я не понял, ребята, если честно. Можно было бы пройти 3 дизель? Можно. 100% гарантия, что можно, но, видишь, ну, не успел я чуть-чуть. Так, зато колючку мы можем прокачать, верно? Верно, колючку мы можем прокачать. Миленько смотрится. А что он из себя представляет? Громовой драго. Драго наносит электроурон и поражает группу пещерных людей с первого удара. В плане. Ну, я понял, что он наносит электроудар, но что такое поражает врагов с первого удара? Это как понимать? С одного удара убивает их, что ли? Или... Пока непонятно, ребят. Сейчас будем смотреть. Да твою мать, ну! Ничего не ой-ой-ой, все нормально. Видишь, они летят. Они летят, ребята. Мне никак с ними идут. Пипец. Так, забомбили мы его. Бежим дальше. Так, возьмем электрического и, наверное, еще одного кентра. Ну, бомжиху. Так, бомжиха в минус пошла. Где, блин, кентра, а? Ой, вот это вот хуже.
Не, все-таки колючка намного, ребята, лучше и больше наносит урона. Чего тут, блин, не говори мне. Опа. Вообще не пойму, что тут происходит. Че, куда, что? Это сейчас драк сделал. А что он сделал? Он разогнался, как был у нас уже такой. Был у нас такой динозавр, это Пэтчи. Его звать, он похож на Пэтчи, ребята. Ну, по крайней мере, по тому, что он бежит, разбегается, он похож на Пэтчи, очень сильно похож. Опять, друзья, что ли, не успею? Ну да, опять, блин, не успеваю. Ну, два уровня, и опять, ребята, чуть-чуть не успели. Совсем маленько, блин. Совсем маленько, может быть где-то секунд 20, так скажем. Молнию бы, конечно, бы неплохо было бы прокачать, ребят. Я серьезно говорю, молнию было бы неплохо прокачать. Ну что, придется нам, наверное, эти два этапа с тобой сейчас мурыжить, потому что в любом случае дальше нас не пропустят, так как нужно 475. То есть вот, поехали. Фигли, а фигли делать, ребят? Нифига ты тут не поделаешь. Ну сколько урон-то наносит, а? Совсем припухли, а? Да в плане пролетает мимо-то. Тут говнище, блин, уничтожьте, пожалуйста, а? Давай без бомжих, а? Ну почему этот-то гад, блин? Вот оно так и получается, ребят. И не попал, блин. Бежи,
Бежим, 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 друзья мои, бежим. Опять этот охламонище тут, а? Придурочный этот стоит тут, блин. Кусок. Не знаю, как его назвать даже. Этого нету, того нету, блин. Этот говнюк, блин, достал уже, а? Что-то он бомбы свои раскидывает, а? Уйди ты нафиг. А тут уже яйцо, друзья мои. Да, минус звезда, ребят. Короче, тут проблема в том, что, друзья, надо... Я не знаю, а как ты сделаешь? Быстро уничтожишь летающих? Ну, это же невозможно сделать, друзья. Потому что все пространство занимает эти летун. Ну, рыцари, да, еще. Дебильные эти. Как тут, блин? Вот портал. Ну, здесь мы сейчас намного дольше задержались, ребята. Да. Ну, две звезды сохранили, но... Такой расклад что-то меня не особо устраивает. Если честно. Совсем даже, я бы сказал, не устраивает. Что делать? Что делать, а? Задался я таким вопросом. Да в плане ты же раньше погибал. Сейчас нифига не погибает, ребят. Ну, когда ты, гад, сдохнешь-то, блин? Я про верхнего вот этого вот. Вот там не один, что ли, их два, блин?
Точно их там два, блин. Они добьют, короче, я надеюсь. У нас тут как всегда. Да и парасоте, все, понятно. Тоже, ребята, профанулся. Готов. Я вот не понял, что все-таки делает вот этот вот. Бежит куда-то там, сломя голову. И опять же, опять звезду, ребята, отнимают. Да, опять звезду отнимают. То есть опять где-то, блин, я проваламывался больше, чем надо, получается, да? Блин, опять на две звезды только лишь. Ну что ты будешь делать, а? Ну что ты будешь делать? Какие у нас есть уровни еще, которые мы могли пройти? Нам не хватает две звездочки, друзья. Всего лишь две звезды. Блин, этот Китай, ну как мне его неохота, блин, проходить, а? Давай, может, здесь посмотрим. Плювик, Тирекс. Должны же добить-то вы его в конце-то концов. Молодцы, красавчики. Плювика, плювика надо. На созревку.
А-а-а! Куча мала опять бежит, ребят. Стрелой вшивой. Блин, и они сейчас там прибегут и опять разбомбят мне всех, а? Ну так хорошо шло все. И... я мельтешил как можно дольше, друзья мои. Ну, плюй, как бы вроде... да посмотри, сколько стрелами, ребята, наносит урон. Смотрел? Именно из-за лучников я погибаю, блин. Не столько от мечников, сколько от лучников. Бегаешь там и попадаешь именно под эти стрелы. Ты угомонись ты, блин, а? А плювика нету, да? Плювика нету, ребят. Дай мне взять вот эту штуку. Не, ребят. Тут все из-за лучников. Электрический здесь поскольку здесь... наверное, все-таки рулили бы лучше плювики. Ну, это мое, ребят, сугубо личное мнение. Намного больше плювик наносит урона. Намного, ребята, больше. Если бы этот электрический хотя бы, ну, как бы сказать, стан бы наводил бы. Ну, станил бы хотя бы чуть-чуть. Этого же не происходит. Да их тут без... Идут, прут. Хочется, не знаю, что-то сделать, блин. Блин, думаю, кого они там пинают? Этого-то не завалили. Да что ж такое-то? Я даже еще, ребята, до портала не дошел.
Как так-то? Откуда их столько? Дофига взялось-то? Откуда их столько взялось? Почему-то мне кажется, что в первый раз их столько не было. Но согласись, ёпрасоты, их не было столько в первый раз. Или столько наплодились они, я не знаю. Я не могу сказать, откуда они берутся. Не, я могу сказать, что они берутся из портала, но откуда их так много берется? Вот тут уж я, пожалуй, пас. И причем здесь просто, ребята, бомжи. Ну да, где-то послабже, где-то посильнее, но здесь нету королей, бомжей и тому подобное. Их просто дофигища самих. Я в первый раз прошел ту на 2 звезды, сейчас на 1. Очень интересный расклад у нас получается, ребята. Очень интересный. 800 монет, 3 самоцвета, колючек 5, выстрел молнии, кластерный выстрел. Ага, 3000 монет. Твою налево-то. Это пираты, ребята. Возвращаемся к пиратам, блин. Ну давай, прыгай там, падай. Кто там? Кто там у нас? Обычная шелуха. Бомжиха, давай завязывай уже это со своими криками. Да кто там бомбит-то твою налево, блин? Ну откуда? Что происходит? Куда они взялись-то, эти два дебила-то? Откуда взялись эти два дебила? Я не пойму, блин. Я что-то пропустил. Вроде, блин, бегал тут, все контролировал. Хреново контролировал. Ну я же вызвал этого, блин, ну. Вот сейчас я вижу, блин, ту бочку идиотскую. Ну издевательство, ну самое настоящее, ребят. Хорош, подбили. Так, что там у нас дальше? Дилофазавра надо вызывать. На самом деле надо вот этого вызывать.
Да что, блин, такое-то, я не пойму. Откуда эта срань-то берется, блин? Блин, горелый, а? Да вы издеваетесь, блин, что ли, а? Да нахрен ты здесь-то бочку разбил, ёпарасы-то, а? Да достали уже, а, эти бочки долбаные, блин. Понятно, короче. Просто решили вынести мне мозг, блин, да? Короче, пипец. Я в шоке, ребята, от этого дебилизма. Вообще пройти не могу. Прошел, проходил на две звезды, а тут вообще пройти не могу. Че поменялось-то? Хренею просто. Я просто, ребята, в шоке, блин. Че поменялось, блин? Бочка за бочкой, бочка за бочкой летит. Да достань уже эти бочки, блин. Нафиг, блин. Ну, конечно, тебя придурочной не хватало здесь мне, блин. Ну и кто опять... Да вы издеваетесь, я не понимаю, ну кто там? Пират. Откуда ты взялся, там, маразматик, а? Вроде не пролетало же никого, ну ёпрсы ты. Вот тут я вижу бочку, вот она летит. Но вот этого надо как-то каким-то образом, блин, призывать.
Вот опять же, ребят, ага. Эй! Выручай, давай, беги. Нам бы, конечно, вот этих бы два. Если бы они были бы вдвоем, блин, было бы шикарно. Он один всего лишь. Ломаем, ломаем, ломаем. А, ты не того взял, надо было... Ну вы сейчас серьезно, блин, еще этого дурачка, блин, не хватало. Давайте, ребятушки, на 3 звезды. На 3 звезды. Не зря я тут столько пыхтел над этим уровнем. Все, друзья, есть. Фу, с третьей попытки. С третьей попытки. И сейчас прошли замечательно. В тот раз не могли, сейчас прошли. Я не знаю, тут рандомно, что ли, каждый раз. Или в те разы, блин, как-то тяжелее было, сейчас попроще. Я не знаю, от чего это, ребят, зависит. Честно скажу, я не знаю. Кошмар в Египте. Не хочешь посмотреть? А, ну да, конечно. Ну что, дорогие друзья, тогда на сегодня будем закругляться. Всем большое спасибо за просмотр. И до новых скорых видосиков. Удачи вам.